Так, все, здесь ноль у меня. А может быть... Бам-бам-бам-бам. Нет. Вот еще лежат. Супер. Две. Сразу пускаю. Ну, давай. Yes, всадил, наконец-то. Долетят, нет. Не, не долетели. Сбрасываем. Берем еще вот здесь. Давай, 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 давай. Еее. Вот этого сбиваем. Блин, клево уворачивается, ё-моё. Сбили. Неплохо, неплохо. Вообще, есть какой-то смысл вот в эту штуку огромную стрелять? Я не уверен, что он... 8 еще. Шикарно. Ура, сбили ее. Блин, слушайте, очень-очень круто они уворачиваются, конечно. Так, этого сбили. Yes. Долети, долети до него. Так, здесь ноль у меня. Снова ноль, снова ноль. Нужно где-то еще найти эту штуку. Так. Нет, это не хочу брать. Вот это берем. А, фак, она неинтересная. Может быть, еще где-то есть. Ладно, пока я сейчас... Во, yes, 8. Запускаем. Не, улетел, гад. Круто, круто, круто. Долетит, нет? Долетело. Yes. Еще один готов. Фак, врезалась в колонну. Сейчас должна попасть. Ну, давай. Все, у меня здесь ноль. А, снизу тут навряд ли что-то будет. Вот еще. Фак, почему не берет? Наверное, пустые просто из-за этого. Тоже типа пустая. Ладно, берем вот эту. Блин, ну за это неэффективно вообще ни капли. А, хотя почему неэффективно? Очень даже эффективно. Так, это вы сняли. О, yes. Мать его, так, это кто такой? Это какой серьезный. О, нет. Ромео замочил. А, вот этот чувак погнул ему снайперскую винтовку. Фак. Жалко как. Интересно, спасут Ромео или нет? How bad? Not good. We're gonna get you out of here. Not by air, we're not. It's all right. I know another way. Да, интересная развязка сюжета. Будут куда-то этого Ромео утащить. Видимо, в некую точку эвакуации. Вот она, винтовка Ромео.
Ай-яй-яй-яй. Уже, вот прям уже стреляют. Так, нам нужно... Прям вот здесь идем. Так, вот здесь мы сможем как-то обойти? Нет, не сможем. О, далековато, далековато, однако. Значит, нам нужно сейчас прям влево взять и обходить вот здесь. Вот здесь вот так. Вот так. И вот так вот как-нибудь придем. Так, еще раз влево. Так, меня окружают. А липучку не хочешь? Yes. Шикарно. Слабаки. Так, здесь пусто. Значит, возьмем вот эту штуку. Да подохни. Подох. По-моему, сюда правильно, да? Нет, чуть правее. И вот в ту сторону. Вот сюда вроде. Да. Да, не будем на него время тратить. Пусть за мной бежит, если хочет. Замечательно. Меньше 400 метров осталось. Здесь наверняка налево. Да, прямо вот здесь можно через ворот пройти. Вроде спокойно. На души. Жалко, конечно, что машины нельзя садиться. Так бы мы просто быстрее бы подходили к тем целям, которые нам вот здесь, которые у нас здесь отображаются. Так, угу. А, ну вот, все, сейчас будем по краю, покравите. Там еще впереди сейчас кто-то есть. Но если кто-то несерьезный, даже не будем останавливаться. Спрыгиваем здесь. Спокойно все. Так, здесь мы не сможем пройти. Однозначно, там стена. Ну, а эти... Пусть стоят там дальше. Здесь мы правильно? Да, правильно идем. Увидели, увидели. Ну и пофиг. На этих тоже время тратить не будем. Там слабаки. Так, вот сейчас вот нужно вот сюда завернуть. Вот сюда. Обходим их. Но я думаю, что они меня не заметили. По идее. Не, хотя заметили, что там перемещаются, бегают. А, по-моему, вот сюда. Да. И вправо. У нас, кстати, две присоски есть. Две гранаты присоски. Так, вот. Нужно что-то здесь найти. А, вон что-то лежит, вижу. Желтым подсвечено. Здесь никого нет. Так, можно спокойно подойти и изучить, что это такое у нас. Канистра с биогелем. Это, видимо, они его использовали для приведения соответствующего состояния в нормальное состояние Ромео, на которого напал тот огромный инопланетный мутант. Клево, снова флешбэк. Бак. Кикавани Стейшн. 5 часов после посадки. Да, вон они тащат Ромео. А новичок через 6 часов после посадки только очнулся. Put me down for a sec. Dutch, medkit.
Так, аптечку нашли. А, даже не нашли, они сейчас ее планируют использовать. Потому что состояние, видимо, очень сильно ухудшилось у Ромео. Вот он, этот гель, биогель. Они заполняют рану. Люди закрывают ее, чтобы он не истек кровью. Trains ran underground up to the old city. We're gonna find one of the tunnels. Walk on out of here. You're gonna carry me all the way, sweetheart? I was planning on it, but now that you're feeling better. Get the door! Молодцы, закрыли за собой дверь. Будем надеяться, что Ромео дотянет до базы. Его смогут там подлечить. А, вот он выкинул эту емкость, которую нашел новичок. Ну что, играем сейчас за Бака. Кстати, он сам может идти, оказывается. This means we're screwed, right? Not yet. Wait here. We're gonna steal that ride. It's landing. Now's our chance. Mickey, you're with me. Хотят украсть космический корабль ковенантов. Это их шанс. Потому что вся другая инфраструктура города обесточена. Это единственный способ, чтобы им куда-то можно было добраться. Хедшот, 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 хедшот. Трипл килл. Ну тут хотя 4 было. Квадро килл тогда. Гренки берем. А грены мне нечего заполнять. Так. Да, далеко так посложнее, конечно. Бить нужно поближе. Ах ты, фак. Блин, я немножко не туда забрался. Сейчас пойдем за ними, потому что там был переход. Так, 96 здесь, плюс магазин. 53 здесь, плюс магазин. Ой-ой-ой-ой-ой, а как же захватить-то это все дело? Так, ну что, будем геройствовать? Ай-яй-яй-яй. Щитом, мать его. Отключим ночное. Грена. Одного подорвали.